Всем привет, с вами Виолетта, и в этом видео я покажу вам свои новые раскраски антистресс, которые у меня появились за последнее время. Здесь будут иностранные раскраски, а также две наши русские. А, нет, даже не две. Да, значит, начать я хочу вот с такой раскрасочки. No Stress Only Positive Moon. Да, это раскраска из магазина Mixit, она, по-моему, стоила 90 рублей, если не ошибаюсь. Она мне очень нравится, я ее уже где-то вам, по-моему, показывала. Но не помню где. Наверное, в каком-то влоге, возможно. Но, по-моему, в покупках я вам ее не показывала. Да. Ну, просто из-за отпуска, если честно, я уже не помню. Но если она повторилась, то прошу меня простить. Надеюсь, что больше такого не будет. Миллион ленивцев Лулу Мая. Думаю, уже все знают, что у меня есть. Я ее покупала на Лабиринте, когда вот она вышла. У меня здесь три картиночки. Я вам их тоже показывала уже в раскрашенном за месяц. Показывала ее в творческом влоге. Вот, ну, просто решила показать. Вдруг кто-то еще не видел. Она у меня есть. На данный момент есть все книги Лулу Мая, очень жду ее единорогов, просто безумно жду, не знаю, выйдут ли они в России в ближайшем времени, но я все еще надеюсь и верю. Следующие раскраски мне привезла моя подруга с Кипра. Это три раскраски. Вот эти две из магазина... Нет, они, по-моему, все три из магазина Джамбо, но вот эти из одной серии. Называются они просто раскраска. От здесь с любовью, в общем, из Дании. Дания просто это моя любовь. Здесь даже по-русски написано, здесь вот тоже. Это обычные картиночки с узорами, по-моему. Они даже... Нет, наверное, все-таки не повторяются. Вот эта маленькая совсем такая с мандалами. Ну, тут есть и просто узорчики, но в основном это все мандалы. И вот это тоже с мандалами, но есть несколько картинок с узорами. Мне они очень понравились, очень классные, такие прикольные. Цвета у них красивые, и мне нравится, что это маленькая, она реально прям очень маленькая, это самая маленькая раскраска у меня на данный момент. И вот такая раскраска для взрослых. Она тоже из магазина Джамбо. Вот, и она похожа на перерисовку Джоанны Бесфорд. Вот, то есть все картинки, ну, практически все, очень похожи на Джоанну Бесфорд, просто перерисованы. Но мне даже нравится, то есть вполне симпатично. Вот такие вот три раскрасочки. Также две раскраски я попросила Киру привезти мне. Я за них заплатила. Вот, первая стоила около 10 евро. Я не помню, как она называется, но это, в общем, автор Ричард Мэрит. По-моему. В общем, у него есть раскраска дудломагия животных. Вот так, по-моему, она выглядит, если я не ошибаюсь. А может быть, это просто какой-то похожий иллюстратор. Но, насколько я помню, это вот как раз-таки его раскраска. Есть еще вот с птицами. Это морская, я вот ее очень себе хотела. И когда увидела, что она там есть, просила Киру ее привезти. И вторая раскраска, которая просто мой явный фаворит, это магические артефакты Гарри Поттер, четвертая часть. Она стоила где-то около 15 евро. Вот, да, 14,99. Я в восторге просто. Она еще, кстати... Нет, она не прошита. Я думала, она прошита, она тоже на склейке, как у нас в русском издании. Стоит, конечно, достаточно дорого, если переводить наши деньги. Просто у нас в России ее нет. А это моя любимая часть, то есть здесь самые красивые картинки, как я считаю. Поэтому решила попросить. Тем более, как бы на память, можно так сказать, с Кипра. Хотя я там не была, но вот подруга привезла. Мне очень нравится эта раскраска, прям классная. Хочется ее уже поскорее начать. У меня сейчас достаточно много неначатых раскрасок, но я надеюсь, что я со всем этим разберусь в ближайшем времени. Следующие три раскраски я заказывала на Лабиринте. Они стоили... Я даже помню, сколько они стоили.
Почему они все из одной серии? Вот это стоило 99 рублей. Вот это 90 и это 125. По-моему, вот как-то так. Я покупала их в комплекте с книгами, которые показывала в покупках канцелярии. Если они уже вышли. Не знаю просто, что выйдет раньше. В общем, «Волшебные единороги» Сары Браун. «Раскрась мечту». Здесь такие миленькие единорожики. Мне понравились. Вот, здесь, по-моему, слово «юникорн» должно быть. Да, прикольно, мне кажется, сделано так, что можно пролистать, будет слово «единорог». «Сказочный мир единорогов». Здесь вот такие однообразные единорожики, но они тоже достаточно милые. Вот, мне понравились. И Инстаграм Енота Бармот, я думаю, все уже про него знают. Я его видела как-то в буквоеде, подумала о том, что он стоит там 199 рублей, почему бы не купить. Но подумала, он какой-то скучноватый в плане того, что детали довольно крупные, а потом эта раскраска начала появляться в беседе. В моей ссылке, кстати, в описании. И я тоже захотела себе, в общем, эту раскраску и решила, ладно, так уж и быть, куплю. Потому что у всех есть, я тоже хочу. Вот так вот мне надо все это. И последние две раскраски, они самые, наверное, потрясающие. Наравне с Гарри Поттером, они по номерам. И мне их прислала Настя, моя подружечка с Ютуба. Да, мы с ней договаривались обменяться. Я ей прислала раскраски из Испании, она мне прислала раскраски из Франции. Вот, скорее всего, видео у нее уже вышло, но не знаю, может быть, еще нет. Надеюсь, что Настя уже получила посылку и показала ее на канале. Вот, можете там посмотреть, если, конечно, будет интересно. А вот две раскрасочки, которые Настя мне прислала, я ее попросила. Это том 3 диснеевской серии раскрасок. Здесь все про Алису. Ой, господи, нет. Там они вообще разбиты все на три части. То есть там везде диснеевские персонажи. А про Алису здесь только обложка вся про Алису. То есть это сама Алиса и там вот эти вот все персонажи. Они, ну, плохо тут их видно, конечно. Но это все алисное. И вторая раскраска. Здесь, кстати, 100 картинок. И в этой, и в следующей раскраске. Вторая раскраска — это про Микки Мауса, Дональда Дака и остальных. Вот, есть из этой серии еще такие раскраски. У меня вот с кошечкой Мари есть. Я в Испании покупала. Вот такие прелестные такие мультяшки. Я просто обожаю эту серию. Вот, мне, кстати, нравится, что здесь вот в черно-белом варианте есть, где используется всего лишь 4, ну, тут 3 цвета, тут 4. Мне кажется, будет довольно интересно раскрасить в таком черно-белом варианте. Должно получиться очень красивым. Вот, моя любовь, просто по 100 картинок. То, ради чего стоит жить, это иностранные раскраски. Да, вот такие вот у меня новиночки. Раскрасок довольно-таки много. Вот так вот, наверное, положу. То есть, как вы видите, уже здесь вот 5. Плюс подруга привезла 5. И плюс еще те 2. Такие вот у меня потрясающие покупки. Да, видео вышло довольно-таки коротким, но я надеюсь, что вам оно все равно понравилось. Было интересно посмотреть. Всем спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. До скорой встречи. Моя любовь к вам навечно. Пока-пока.